sådär som att det... Ja, just det. Mm. Jag tar fram på bussjelovars. Ты его снизу делай. Маленький. Маленький. Поменьше, да, ладно, сложим. Это, наверное, слишком небольшой будет. Нет, нормально. Вот так. Да, нормально. Вот так, ставим. А внизу маленький не поставила? Поставила. Маленький. Что их много нужно ставить все? Не. Там. Так, да, сложим? Да, вот. Так сложили. Так сложили. Сейчас вот половина риса положим. Нет, ты еще даже маленький поставить посередине. Не должно быть. Должно быть. Да. Там много должно быть. Не плотно. Не должно. Его должно закрываться плотно. Нет, закрывается стенка. Плотно. Вот. Нет, должно. Все. Вот так. Все. Все. Может, еще один положишь? Маленькую? Да. Не, маленькую вот одну снизу положила. Еще положила, все, хватит. Вот да, хватит, по краям положу. Положу. Так. Сейчас я рис положу. Да. Все. Вот, смотрите тут. Чтобы положить внутри, чтобы по краям рис не должно трогать. Только посередине вот это. Там до сколько слой будет? Два слоя будет. А теперь положим. Начинка не должна тоже по краям, посередине вот так. Получится.
Не, это Кай не вовсе засыпает. Это нужно засыпать Кай. Ну, сейчас включу. А, ну все. Я сейчас подравняю это все. И сверху оставшие. И оставшие лист. Все. И потом в духовку будем класть. Она края даже надо. Немножко ничего. Ничего там. Остальное лист. Все сверху. Добавляем. Сейчас закрываем, да, его? Да. Ты быстро мне зажги духовку. Все? Это что, закран, да? Да. Немного? Нет. Все. Немножко приправа. Добавить до чая немножко. Все, да, все закрываем. Сейчас будем закрывать. Ну, и поставим его в духовку. Вот, пожалуйста. Так. Берем второй. Тоже так. Тоже так закрываем. Потом берем еще. И это тоже вскрываем так. Все. Кая закрыта плотно. Да. Все. Больше его переворачивать потом. Да, это когда уже готово, вот еще мы будем переворачивать. Плотно, да, закрыто плотно. Плотно закрыто. У нас немножко масла. И верхний надо. Да? А-а-а.
немножко спусти вниз железку. Нужно спустить? Да. Сейчас спустим. А, не нужно спустить тоже. Нет, я не помню. Да, вот так. Вот так пошло. Все. Не бойся. Сворачивай. Перезеленовал ты. Много оставил, да? Угу, чуть-чуть. Не, масло ты много добил. Ничего. Не, он не сгорел. Много пожарится, да? Да. А, все. Жареный самый лучший. Все. Вот такой, да? Да. Теперь будем на стол, когда кушать, и будем резать. Как пахлава, так. Все. Горячий. Так. Я раз, просто.